Послушай, если у тебя внутри боль, тебе никто и ничто не поможет, кроме Бога. Никакой алкоголь, никакие развлечения. Все это искусственные заменители, за которые придется потом еще и платить. В итоге дьявол будет пользоваться твоей слабостью и напоминать тебе твои грехи. Я знаю, чем ты вчера занимался. Смотри, смотри, смотри. Но знаешь, Бог, видя все, что ты сделал, не упрекнет тебя. Он войдет внутрь твоей проблемы, в самый очаг, и вырвет ее с корнем. Конечно, он это сделает, если ты ему это позволишь. Ему нужно от тебя разрешение. Так разреши Богу войти в твою жизнь, и он тебя никогда не подведет. Просыпайся.